Всем привет, канал Belarusian Leon. Сейчас хотел бы снять видео, как на машине Audi A6 C6 Restyling изменить интервал межсервисного обслуживания. Это то есть, когда на приборной панели загорается ошибка Service Do, пора менять масло. По умолчанию в европейских и американских машинах интервал 15 тысяч километров стоит. Но для Беларуси это очень много. В Беларуси 10 тысяч максимум с нашим качеством бензина. Поэтому мы можем изменить, чтобы не забывать, когда нужно менять масло. Вообще это проверяется в разделе Car. Здесь вот индикатор периода технического обслуживания. По умолчанию стоит следующая замена масла 16465 дней и следующая инспекция такая же. Как менять это? Заходим в ВАКОМ, он же ВЦДС. Солнце отсвечивает, но надеюсь, что-то видно. Выбор блока. Семнадцатый блок. Панель приборов. Здесь адаптация десятка. Здесь канал выбираем. 50. Читаем. В 10 группе значение 160. Это вот подсказка, это будет равняться 16 тысячам километров. Чтобы изменить на 10 тысяч, для этого нам нужно указать здесь 100. Но поскольку нужно заранее знать о замене масла, я укажу 9500 километров, чтобы за 500 километров предупреждало, и 500 километров было на то, чтобы купить масло, фильтры и поменять. Для этого мы в новое значение вбиваем не 160, а 0095. Тестировать кнопка. Сохранить. Вы уверены, спрашивается? Да. Сделано, выход. Снова возвращаемся в адаптацию. Проверяем 50-й блок. Новое значение есть. Дальше мы заходим, можем зайти в 51 канал, 51 группа. Это количество дней. По умолчанию 365. Это 365 дней в году, один год. Если кому-то нужно меньше, например, там 100 дней, он указывает здесь 100. Но я оставлю год, 365. У меня примерно интервал замены и составляет год примерно. Мы это оставляем. Дальше нам нужна другая еще группа, другой канал. Заходим в 52 канал номер. В 52 канале тоже стоит 160. Это уже интервал не замены масла, а техинспекции. Мы здесь не 160, а тоже проставляем 0095. Тестировать. Сохранить. Да. Сделано, выход. Сделано, выход. Решить сеанс, выход, выход. Лучше машину на всякий случай, чтобы сохранить настройки, заводим. В разделе Car интервал техобслуживания 9500, 365 дней. И то 9500, и то 9500. Вот, снизу, если мы идем, здесь сброс периода замены масла. Если мы нажимаем, оно очищает только замену масла. Только. То есть из двух пунктов у вас только первый идет. Но если ошибка у вас будет на бортовом компьютере Service Do, то вам сброс вот здесь не поможет. Вам нужно именно через ВАКОМ это делать. Как это делать, я уже снимал видео на своем канале. Оставлю ссылку в описании, если кто-то еще не видел. Если вам видео данное было полезное, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Belarusian Leon. До новых встреч, всем пока!